Областной зимний праздник «Гомельская лыжня 2021» собрал в субботу в биатлонном комплексе «Сурж» спортсменов-любителей со всех районов Гомельщины. Наша съемочная группа провожала участников лыжной гонки на старте соревнований и встречала на финише. Праздник «Гомельская лыжня» в этом году удалось провести с размахом. Погода способствовала. Жители юго-восточного региона давно ждали такую зиму со снегом и морозом. Лыжные гонки прошли в каждом районе Гомельщины. И вот лучшие лыжники, сборные команды районов области, их группы поддержки, более 1000 человек собрались в биатлонном комплексе «Сош» города Гомеля. Помериться силами друг с другом, получить удовольствие от катания, заряд позитива от такого масштабного мероприятия. На трибунах не было свободных мест. Эмоции зашкаливали у всех от мала до велика. Все выглядит довольно опрятно и торжественно. Да. Ну, думаю, будет интересно. Все выглядит очень весело, красиво и празднично. Прекрасное настроение, прекрасный праздник. Это подтверждает вот такой активностью, что сегодня здоровый образ жизни становится не просто трендом, а востребованностью каждого современного человека. Жители Гомельщины, в целом все участники сегодняшней лыжни подтверждают, что мы за здоровый образ жизни, мы за порядок в нашей стране и за, конечно же, развитие нашего государства. Сегодня в этот день проходит областная лыжня. Очень команды со всей области приехали, в том числе и команда Гомельского горосполкома в составе 10 человек будет участвовать. Конечно, хочется попасть в призы, доказать, что мы не зря тренировались, учитывая, что в этом году мы долго ждали снега, он выпал, и мы с хорошим настроением проводили тренировочный процесс, и я думаю, что мы докажем сегодня и будем первые. Если не будем первым, но получим хороший заряд здоровья и бодрости. Спортивное мероприятие приурочили ко Всемирному дню снега. Первыми на старт уверенно вышли участники VIP-гонки. Работники областного и городского районных исполкомов, администрации Гомеля, отделов и управлений горисполкома, отделов, комитетов, управлений облисполкома, областного объединения профсоюзов. Безусловно, главным на спортивном празднике является участие, но победа всегда и везде приносит особенное удовольствие. Получилось, что вроде как пробежал первый, хотя здесь, наверное, главное не победа, а участие. Все-таки это праздник здоровья в первую очередь. Супер, все просто замечательно. Гонка великолепная, снег великолепная, организация. Я просто полна впечатлений. Мы у себя организовали лыжные гонки, тренировались к этому. Поэтому сегодня такой результат. Поздравил победителей и призеров гомельской лыжни, вручил им награды заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов. Затем стартовали гонка трудовых коллективов УВД, комитетов госконтроля и госбезопасности, управления МЧС, СК, прокуратуры, областного суда, МНС и других ведомств и массовый забег любителей лыжного спорта. Все участники соревнований и их болельщики имели возможность согреться горячим чаем и перекусить. Работали торговые палатки, полевая кухня войсковой части 55-25, яркий шатер Красного Креста. Праздничное настроение гостям поддерживали музыкой, песнями и танцами. Не забыли в этот день и о безопасности. В рамках областного зимнего праздника стартовал единый день безопасности. У входа гостей биатлонного комплекса «Сош» ожидали интерактивные площадки от спасателей, выставка пожарной, аварийно-спасательной техники, ростовые куклы, герои мультфильма, волшебная книга, полезные призы и подарки от МЧС. Также спасатели катали всех желающих на квадроциклах и снегоходах. Все наши субъекты профилактики еще раз обратят внимание на безопасность жизнедеятельности наших граждан в тот или иной период времени, когда необходимо заботиться о своем здоровье, заботиться о состоянии своих жилищ и все то, что нас окружает. Единый день безопасности – это еще раз массированная информационная атака со средств массовой информации. Конечно же, во всех учреждениях образования, здравоохранения будут проводиться мероприятия для того, чтобы еще раз подчеркнуть о
том, что есть внешние факторы, которые могут повредить в той или иной степени жизни наших граждан. Как отмечают организаторы Гомельской лыжни 2021, получить удовольствие от посещения биатлонного комплекса СОЖ можно в любой день. Пользуясь случаем, хочу всех жителей нашего города пригласить на эту трассу. Не только сегодня, в день праздника, а каждый день комплекс работает до позднего вечера. Приходите, катайтесь и получайте удовольствие. Люди, которые любят лыжные гонки, понимают в этом, дают очень высокую оценку именно качеству подготовки трассы, которую они видят. У нас впервые в Гомеле, повторюсь, за много лет именно трасса такого качества для конькового хода. У нас такой никогда еще не было. По итогам Гомельской лыжни 2021 будет отобрана сборная команда Гомельской области, которая 13 марта примет участие во всебелорусской гонке во главе с президентом.